День детей, больных онкозаболеваниями, нашел отклик в сердцах волонтеров Шымкента. Сегодня они пришли навестить малышей в детской областной больнице. Разноцветные шары, подарки, раскраски и, конечно же, внимание. Каждый из малышей сегодня получил свою частичку праздника. Лолита Пещерова – одна из тех, кто устроил детям праздник. Девушка признается, что ее любимое занятие – помогать людям и вызывать на их лицах улыбку. Это очень интересно – помогать детям, общаться с детьми, налаживать отношения с детьми, и потому что они болеют, и мы хотим им помочь, показать им не то, что они нужны этому миру, то, что мы их любим. Малышам в четырех стенах часто бывает скучно, но только не сегодня. С ними играли, рисовали, общались. Довольны остались все. Мы делаем, смотрите, рисунок. И он 3D получается? Программа, да. Оживить. И как тебе, нравится? Да, очень. Все хорошо. Все понравилось? Все очень. Все понравилось. Дети счастливы. Да. Самое главное? Самое главное, что радость у них есть. Подарки. Да. А какой его подарок получил? Вот. Интересно, сможете собрать? Это же сложно, наверное. Да? Порадовали детей и аниматоры. Злой серый волк, медведь и Машенька в полный рост оказались для малышей настоящим сюрпризом. А со мной подуйте! А только нужно подуть всего лишь 3 раза, а? Да! Точно, да, давайте на счет 3, 4. Что главное для ребенка? Игрушки, планшет, телефон? Вовсе нет. Самое главное для детей – это внимание.